должна была быть сегодня серьезная пресс-конференция по тем проблемам, которые сегодня есть на заводе. И вы знаете о том, что была такая постанова Кабинета министров 29.09.2014 года про выкористання природного газу. Ну, двух словах було, хочу сказати те, що було заборонено хімічним заводам використовувати газ України. Поэтому действительно была и есть еще, она так еще витает, серьезная проблема на Одесском припортовом заводе. Буквально дня три, может быть, четыре дня последних все эти вопросы занимались. Знаю, Владимир Ильич, что он расскажет, как он там в Киеве был на всех таких мероприятиях. Мы здесь говорили и с Киевом, с областью, и, безусловно, больше всего этим вопросом занимался Валерий Степанович. Буквально каждый час. И мы тоже с Валерием Степановичем общались несколько раз на день. Сегодня мы только три раза уже общались с ним. И хочу сказать, что буквально где-то полчаса назад лично премьер-министр звонил Валерию Степановичу и пообещал, и сказал, что газ будет. Поэтому, но этому я вам хочу сказать, что предшествовала очень большая работа. Очень большая работа. И знали в Киеве о том, что сегодня будет большая пресс-конференция. Мы должны были здесь дать пресс-конференцию, потому что я приехать в Одессу давать пресс-конференцию. Были приглашены каналы центральные, телевидения и так дальше. Но вчера мы приняли такое, я знаю, депутаты... Не знали о том, что будет такой звонок. Да, не знаю, безусловно, мы не знали о том, что будет такой звонок, но работа, она проводилась. Поэтому тут я вижу и подписи депутатов. Мы обратились к президенту и премьер-министру. Я вам хочу зачитать такое обращение, но небольшое. Но в данном случае здесь письмо есть по Порошенку. Шановний Петре Олексійовичу, ми, депутати Южинської міської ради, мешканці міста Южного Одеської області, звертаємось до вас з проханням негайно втрутитися в ситуацію, яка склалася на ОПЗ «Одеський припортовий завод». Після введення в дію постанови Кабінету міністрів України від 29.09.2014 року про використання природного газу підприємствами-виробниками мінеральних добрив, ми вважаємо це актом знищення державного підприємства хімічної промисловості України. Сьогодні є можливість отримувати в реверсному режимі газ з Німеччини через кордон Україна-Словаччина, але НАК «Нафтогаз Україна» створює перепони у вирішенні цього питання. НАК «Одеський припортовий завод» – найсучасніше підприємство з виробництва мінеральних добрив, вже другий рік поспіль працює на 50% від своєї потужності, але залишається основним бюджетоутворюючим підприємством міста Южного. Це 35% надходжень до загального фонду міського бюджету, якому вдалося непростий для країни час посилити безпекову складову заводу та зберегти колектив, залишаючись гарантом для 4000 працюючих та їх сімей. Робота підприємства гарантує надходження до бюджету всіх рівнів, а це зарплата бюджетникам, оплата комунальних платежів і таке інше. Повна зупинка роботи заводу призведе до ланцюгової реакції в роботі Григорівського портопромислового вузла. Значну частку в загальному вантажообігу порту Южний становлять хімічні вантажі. Порт Южний – це теж южниці, за якими стоять сім'ї. Враховуючи соціально напружену ситуацію в країні, влада на містах несе персональну та кримінальну відповідальність за своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери та інших підприємств міста. Але ситуація з заводом не дає можливості місцевій владі впливати на умови стабільної роботи ОПЗ. Це виключна компетенція держави. Припинення роботи заводу і навіть призупинення призведе не тільки до формального безробіття 4000 людей, це торкнеться кожної сім'ї 32-тисячного міста. Мешканці добре усвідомлюють роль Одеського припортового заводу в життєдіяльності Южного. І сьогодні готуються не до виборів, а до протестних акцій. Ситуація вкрай складна, і кожної миті може вийти із-під контролю. Просимо вас,
просимо вашої допомоги і відповідального ставлення до державної власності, яку сьогодні немає кому захистити. Подпись моя і подпис депутатів міської ради. Таке звернення ми відправили і президенту, і прем'єр-міністру. Ірина, тепер ви пішов, яка вас там була? Уважаемые южниці, все, хто присутствує здесь, хочу сразу выразить благодарность Владимиру Николаевичу и всем депутатам, которые подписали, которые поддерживают коллектив Одесского припортового завода. Здесь, я думаю, не только депутаты, но и люди, которые здесь проживают, заинтересованы всегда были в том, чтобы Одесский припортовый завод работал. Потому что мы в этом заинтересованы и как коллектив, и понимаем, что в этот непростой период экономического, немножко создания экономических трудностей в нашей стране, от работы каждого предприятия зависит хотя бы та крупица надежды, которая даст нашей стране надеяться, что мы возродимся и будем настоящей, цветущей, развивающейся страной. Поэтому коллектив завода, несмотря на все трудности, которые в последнее время есть, особенно с газом, мы делали все возможное, особенно руководитель наш Валерий Степанович Горбатко, чтобы завод полноценно работал. Даже не полноценно, но не дай бог, для нас была бы, конечно же, трагедия, если бы мы остановились. Уж там последствия гораздо серьезнее, и не хочется даже предвидеть и думать об этом. Но мы всегда знаем, что будет. И об этом излагаем вышестоящие организации. Я просто хочу сказать, если своими словами, то действительно очень сложная ситуация сложилась, когда был прекращен... Вообще, давайте я скажу, что сегодня Одесский припортовый завод, потому что, может, кто-то не знает, действительно мы производим карбамид и аммиак, это сами производим и перегружаем химическую продукцию на экспорт. 91% производимой продукции отгружается на экспорт, тем более та, которая поставляется на завод, дальше перегружается. То есть мы работаем на государство, принося валюту и определенные платим, конечно же, большие налоги. Последние 90% в удельном весе производимой продукции занимает газ. Поэтому говорить сегодня о каких-то альтернативных источниках производства нашей продукции, это просто не то, что некомпетентно, а вообще, так сказать, не должно быть. Поэтому газ – это наша жизнь. И всегда, так сказать, мы все делали, чтобы газ для завода был. Прекращение российского газа, конечно же, создало огромные трудности. В том, мы еле-еле удержались, чтобы не остановиться. Параллельно, так сказать, понимая, что характерно для наших руководителей, что чем больше трудностей, они еще больше, так сказать, знают и берутся их решать. И в этом, наверное, одно из, будем говорить, тех успехов, которые есть на нашем заводе, что мы умеем преодолевать трудности и тем более подсказываем, как это сделать. Мы немедленно предложили, значит, и правительству, и Министерству промполитики варианты приобретения газа по реверсу, дать газ со своих хранилищ, найти, так сказать, другие варианты смешения газа, цен, любые варианты, но ни в коем случае не остановить завод. Нам пришлось долго добиваться все-таки разрешения на заключение контрактов с зарубежными фирмами на поставку газа по реверсу. И вот когда уже на уровне правительства были решены вопросы по реверсу газа, вначале с Польши, но там был очень малый объем, потом со Словакией, потом с Венгрией, конечно же, появилась, так сказать, у нас какая-то душная надежда, что нашему предприятию все-таки разрешат напрямую получать газ по реверсу. Значит, и действительно, с июня месяца, в июле, особенно в августе, мы полностью получали через Венгрию, путем заключения контрактов с немецкими двумя фирмами, газ. И действительно, очень хорошо начали работать, начали запускать агрегаты. Но вот буквально две недели назад Венгрия прекратила полностью подачу газа на Украину. Не то, что на завод, а на Украину. А так как в основном владеет реверсом газа «Нафтогаз Украины»,
он выставил условия, что так как вы через Венгрию имеете, так сказать, мы вам давали, хотя все в одну трубу закачивается, то останавливайте завод. Пока мы, так сказать, их убеждали, что нельзя это самое останавливать, вышло вообще постановление Кабмина об запрещении использования природного газа украинского из хранилища Украины в связи с тем, что не хватит отопительный сезон. Ясно, что можно много говорить, что мы еще больше замерзнем, потому что за этим последуют определенные вопросы доходов людей, оплата коммунальных, то, что написано здесь в обращении, снижение бюджетных средств. То есть за этим последуют очень, так сказать, большие негативные явления. Поэтому мы вышли с ходатайством, предложили все-таки пустить у нас время с Словакией. Немецкие фирмы немедленно подтвердили, что они готовы переформатировать эти контракты на Словакию. Нам надо было 2 миллиона в сутки для того, чтобы хотя бы работать, как мы сегодня работаем, одним агрегатом карбамида и одним агрегатом аммиака. Работают перегрузки в меру поступления продукции и еле теплится, так сказать, перегрузка карбамида. Хотя бы работать. Но, опять же, я же говорю, вот это постановление, потому что мы его обязаны выполнять. Мы государственное предприятие. И в то же время, конечно же, люди задавали вопрос, как государство может остановить в такой период еще и государственное предприятие. Что дальше? Ясно, что немедленно были написаны письма, обращения Центрального комитета профсоюза работников химической и нефтехимической промышленности, Союза химиков. Они вместе собрались, провели совещание, потребовали немедленной встречи с премьер-министром, если необходимо, и с президентом, чтобы объяснить ситуацию, не говоря о том, что встречались и с Нафтогазом, и с Министерством промполитики, соответствующими управлениями, чтобы доказать, что есть же возможность по своим каналам, мы выяснили, что есть определенная возможность все-таки объемы наши, это не снизит весь реверс на газ, наоборот, они, так сказать, более наполнят эту трубу. Поэтому, казалось бы, ну, логики нет, не давать нам газ. Но вот до сегодняшнего дня, и будем говорить до полчаса назад, мы стояли и готовы были выполнять решение об остановке нашего предприятия. Для того, чтобы еще снять с себя не то что ответственность, а понимание и выиграть какое-то время, мы потребовали письменного решения по конкретно нашему заводу о том, что вы даете указание приступить к полной остановке. Ясно, что такого подтверждения мы не получали, а выполнять решение о постановлении надо. Параллельно, так сказать, подключилась Владимир Николаевич, подключились депутаты, подключили губернаторов. Вчера Владимир Степанович встречался со всеми руководителями. И будем говорить администрации, области, с тем, чтобы донести тревогу нашу. Я был на встрече, проводился всеукраинский форум профсоюзов, потому что профсоюзы встревожены не только, будем говорить, припортным заводом. Если взять сегодня анализ работы нефтеперерабатывающих заводов, химических, которые половина стоит в связи с по объективным причинам в результате проведения АТО, то ясно, что можно назвать по пальцам, что у нас вообще работает. Поэтому там решались глобальные задачи в масштабе Украины. Мне удалось переговорить в рабочем порядке. Мы готовим сейчас письмо, но уже будем смотреть, насколько оно необходимо, в адрес Федерации профсоюзов Украины, и они обещали, так сказать, на своем уровне участвовать в заседаниях Кабмина, также вмешиваться в ситуацию конкретно по нашему заводу. Поэтому здесь мало сказать, что коллектив встревожен. Он просто, мы его стараемся оградить, потому что наше предприятие пожаро-взрывоопасное. Люди должны спокойно работать на каждом рабочем месте и постоянно нагнетать ситуацию, как все плохо. Это дело руководителей, руководителей профсоюза, города, с тем, чтобы создать благоприятные условия для работы, экологической безопасности и найти любую возможность, чтобы решить вопросы по обеспечению предприятий необходимым сырьем и материалами.
Поэтому мы постоянно этим занимались. Я думаю, что все-таки вот такая общая наше понимание и обращение к руководителям страны все-таки дало определенные свои плоды, и тот звонок, который раздался, а поверьте, получить звонок лично от премьер-министра, это может быть, скорее всего, больше, чем гарантия того, что газ все-таки обеспечен. Каким путем? Значит, будет принят ли наш вариант? Будут найдены другие выходы, но еще раз повторяю, государственное предприятие должно работать. Поэтому я очень рад, что готовясь к вам и взбудоражен, будем говорить, и писем здесь, и все взял, и анализирую. И что людям говорить, потому что если нарисовать картину, это очень грустно. Но я и Владимир Николаевич сказал, мы должны сосредоточить свои силы, не тратить на возмущение энергию, а тратить на то, чтобы добиться положительного результата. Вот это сегодня главное для нас всех. В любом деле не тратить энергию в то, как работает плохо, хорошо, как нас плохо, как нас обижают, а сосредоточиться вокруг конкретной задачи и ее решить. Поэтому вот то, что нам удалось все вместе сделать, и я еще раз выражаю большое всем спасибо, и очень хочу... И думаю, вы, чтобы мы не обманулись в тех заверениях, которые сегодня нами получены. И все-таки Одесский припортовый завод приносил пользу государству по всем направлениям, производственным, культурным, спортивным, так как мы это умеем. А город наш процветал и радовался, чтобы поменьше у нас было волнений, чтобы был мир. Я хочу сказать спасибо вам, а вы нам. Будем другому говорить спасибо за хорошее дело сделали. Да? Я буквально сегодня, вот второй был звонок Валерия Степановича, где-то 9, начало 10-го. Он мне говорит, только что говорит знак Украины, и знак Украины сказал так. В принципе, вопрос не решается, и говорит Валерий, и там говорит исполняющий обязанности на «Нафтогаз Украины», говорит Валерий Степанович. Валерий Степанович, а чего вы возмущаетесь? Мы же завод не останавливаем. Он говорит, так дайте газ, зачем завод, как завод будет работать без газа? Ну, типа, так, это ваши проблемы. Поэтому и вот это было в 9, а вот в 10, или там сколько уже было, 9 где-то. Он опять позвонил и сказал, что вот только что положил трубку, общался с премьер-министром, а премьер-министр пообещал, что газ на завод идет. Поэтому, ну что, такой, на такой хорошей ноте и закончим нашу пресс-конференцию. Это не пресс-конференция, а просто мы вас поставили в известность. Да. Если бы вопрос не решался, мы бы немножко по-другому вели пресс-конференцию, по-другому бы ставились запросы. Я думаю, что мы давали бы какую-то другую информацию. Был бы гораздо шире круг. Конечно. Потому что я хочу сказать, что сегодня я бы очень не хотел бы, чтобы это давали этому политическую окраску, чтобы на это кто-то делал выборы, чтобы на это где-то поднимал свой рейтинг, какие-то партии, какие-то депутаты, Верховного Совета и так дальше. Не это для нас главное. Для нас главное, чтобы был газ. А все остальное это второстепенно. И здесь вы слышали, когда я зачитывал, что для нас, для жителей города Южного, сегодня при такой ситуации на заводе, выборы переходят на второстепенный план. Какой-то десятый план. У нас самое главное, чтобы работал завод. Потому что каждая семья, как в Одессе каждая семья связана с морем, так у нас каждая семья связана с Одесским припортовым заводом. Это благосостояние завода, это благосостояние семьи, это благосостояние жителей нашего города, благосостояние города. Договорились? Да. Все, спасибо. А письмо-то отправлять будете? Отправили уже, вчера отправили. Оно, вроде, мы уже сегодня и получили. Хорошо, это вы ответили.